Привет, 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 дорогие зрители! Я так рад вас всех видеть. Честно, честно. Точнее, не видите, наверное, рад, что вы меня сейчас видите. Ну, я рад, что вы меня видите, и тоже рад, что вы меня видите. Короче, точнее, слышите. Тьфу. Ой, извиняюсь, что так получилось. Очень долго урока не было. В связи с тем, что сначала я занимался очень этим проектом по английскому презентации. Потом заболел. Потом еще и курсовую надо было делать. Представляете, температура у меня под 39. Я еще встаю, блин, сижу, курсовую делаю в полубреду. Да, я, кстати, так бредил, что вообще с этим самым с котом своим разговаривал. Беру кота своего, ложу перед собой и говорю: ну давай, скажи что-нибудь. Интервью кота брал, представляете? Ну, скажи что-нибудь мне для курсовой. Я с тобой интервью в курсовую опубликую. Давай, прям, говори что-нибудь прям побольше, чтобы курсовая такая большая получилась, хорошая. Кот посмотрел на меня, как на идиота, и убежал. Вот так вот. Вот, значит, выступили мы на конференции прикольненько. Значит, так, было интересно, знаете, скучноватые такие все презентации были. Там дело в том, что не договорились сами преподаватели. Я мандаринку ем тут, не обращайте внимания. Кстати, мандаринка намного больше по размеру, чем апельсин. Прикиньте, да? Обалдеть, на самом деле. Впервые такое вижу. Ну, за счет этого, кстати, вкус у нее, ну, невкусная, короче, она не настолько насыщенная и вкусная, потому что большая. И костей до хренища в ней. Ну вот. Чего я там рассказывал, да? А, ну вот. Преподы не договорились, говорю, между собой. И давай, короче, там половина выступает тупо со скучной презентацией в PowerPoint. Другая половина там устраивает мега-шоу всякие там. Ты дышь, там с актерским каким-нибудь там подходиком, там какие-нибудь сценки там делает, что-нибудь смешно, там забавно, весело. И в итоге победили, короче, все с этими скучными презентациями, потому что оказалось, надо было сделать серьезное представление компании. Вот. Ну а мы там забабахали, там прикольно, оригинальненько, короче, все заняли, короче, приз за, ну, этот самый, номинации за самое оригинальное выступление. Ну так, в принципе, и было. Ну ладно, что я все рассказываю, давайте я, как обещал, все-таки покажу вам. Сначала давайте презентацию покажу, а потом уже наше выступление с этой презентацией через какой-то промежуток времени там, чтобы разбавить наше скучное программирование веселыми, забавными моментами. Так, вот он у нас project. Сейчас я вам его покажу. Так, двигаю микрофон сюда, колонки. Включаю. Вокруг вселенной. Компания была основана Дарком Вейдером. Кстати, вот у нас спор. До сих пор Дарк Вейдер или Дарт Вейдер. Кто-то говорит так, кто-то так. Я вообще не знаю как. Думал Дарт, все говорят Дарк. Написал Дарк, потом мне доказывают, что Дарт на самом деле. Короче, вот так вот. Кстати, презентацию делал в фотошопе, потом вся вот эта анимация на флеше происходила, макромедиа флеше. Потом это все видеофайл строилось одним файлом вместе там с роликом видео. Заморочек было до хренища. Ну все сделаем по одному. Наизусть весь этот текст знаю до сих пор, блин. Четыре дня забыл этим. Это космический автобус такой с крыльями его.
Крыло не очень, правда, получилось прорисовать, но ничего. Уже похер было в тот момент. Лишь бы побыстрее закончить. Это так, эксклюзивные экскурсии в другие галактики. И эксклюзивный там этот тур в черную дыру. Он показывается. Кстати, из Доктора Хауса эта сцена. Там у тетки глюки были такие, что ее в черную дыру засасывает. Вот я оттуда взял, конечно. Откуда же я мог взять, как не из Доктора Хауса? Вот закончилась мандаринка. Жалко. Staff Works. Обслуживающий персонал. Ну и там такая тема, типа я убегаю, короче, на этот автобус, а потом здесь в ролике прибегаю. Ну, увидите там потом в презентации все это будет, в выступлении самом. О, маршрут у нас. Земля, Луна, Марс, Венера и Юпитер. Dear passengers, I am a director of the company Space Bus Corporation. I wish you pleasant flight. Good luck. Farewell. Это директор. А вот я бегу. Юху! I the manager. Welcome. And now I'll interview the passengers. Hello, please tell us, where are you flying? Hello, I'm flying to my garden, which is located in the moon. Stop, stop! Oh, I ask you to stop on the moon. Wait more loudly. Goodbye. Welcome to flight. Okay, in play for the flight. Hello, who are you? I am Dragoa. Oh, where do you want to travel? I am flying to Venus to enjoy ectoplasm of caterpillars. Oh. Get up your feet! Yoo! And you? I come back at home. I've had a tour on Earth. Interesting. I really liked it. It was a very strange thing. The ice cream falls that are from the sky. What? Ice cream? Maybe snow? Maybe. It happens sometimes. Look out the windows, we are flying the constellation Orion away. Вот так вот. И снимали мы этот ролик в автобусе, там у совхоза, короче, АГУ нашего университета, Алтайского государственного. Там мы попросили, чтобы нам автобус этот рабочий дали, там с 11 до 12 типа, на час дали этот автобус поснимать, за бесплатно, кстати, что удивительно. Вот мы там снимали, блин, это все. Ну, прикольненько так получилось. Я такие титры пойдут, как можно хвалить. Вот они мы. Герои нашей галактики. Вот. Вот такие вот пироги. Думаю, так прикольненько, думаю, вам тоже понравилось. Потом покажу выступление, как мы выступали с этой хренью. Да. Ну вот, короче, что. Давайте, наверное, все-таки к программированию, что ли, вернемся, а то прошло уже, по-моему, тут 9 минут. Мы еще даже не начинали. Видали, что за хрень, а? Творится. Ох-ох-ох, программирование. Что мы там, значит, капчу мы распознавали, так ни хрена мы ее до конца не добили. Ну, давайте добьем ее, что ли. По эталончикам мы все сделать хотели. Там, ох, сейчас вспомнить бы, как это все делается. Ни хрена не помню. А, вот, кстати, смо. Позыльте. Смо вот это для курсовой у меня работы прога. А, такая простенькая, припростенькая прога, на самом деле. Вот тут надо выбрать, какую смо, систему массового обслуживания, если кто не знает.
в одном из ожиданий мы неограниченные очереди. Количество каналов системы выбрать, например, интенсивность потока заявок, например, 0.30, интенсивность потока обслуживания, 0.80, например, рассчитать показатели эффективности, вот он все показатели эффективности по формулам рассчитывает. На самом деле это очень легенькая задачка, вот, кстати, реализована эта самая штучка. Вот сюда на чик закрывается, а вот сюда чик открывается, пам, 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 вот. Код, на самом деле, вот такой вот. Ничего тут шибко фантастического нету. Так вот как-то все это рассчитывается дело. Ладно, поехали, поехали, поехали в лес за орехами. Вспомнить самое главное, где вообще мы сохраняли все это. Так, как оно называлось-то у нас-то все это? Работа с изображениями, наверное, да? Да. Вот она, красавица наша. Бди. Круть. Да и только. Итак, значит, что вообще у нас, в чем фишка заключается? Фишка заключается в том, что нам надо распознать вот эту хрень, но она, к сожалению, не распознается. Не всегда. Вот это за единицу распознал, это за четверку, вот ноль распознал. Видите, как дело? Нам нужен конкретный эталон, эталон восьмерки, например. И он будет его подпиксельно сравнивать в процентном сочетании, сколько процентов совпадает с пикселями эталона. И тогда if там поставим мы, если там, например, больше 85% совпадения, значит, например, это восьмерка. Иначе ни хрена не восьмерка. Не верим, типа, да? Вот такие пироги. Сейчас мы это как-нибудь все замутим. Давайте попробуем вообще. Вообще показываю, начну говорить. Принтскрин используем очень часто в этом случае мы. Без него тут прям не обойтись, не выжить. В этом ужасном мире. Так. Дайте мне лупу за лупу. Так. Все, значит, выделить все. И начинаем. Вот так вот. Замечательненько. Так. Ну вот так вот, да? Вот так вот. Давайте теперь подгрузим сюда другую картинку, как мы уже пробовали делать в прошлом уроке. Но теперь мы уже будем положение цифр оценивать. Вот такую вот давайте картину. Бдыщ. Опять делаем принтскринчик. Везде нужен анализ, куда деваться. Ctrl-C, Ctrl-V. Да, я умею это. Да. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Вот так вот. Опа. Опа-попа. Это я не выздоровел еще до конца маленечко. Кашель все-таки остался еще. Но жить буду. Так. Бдыщ. 0.351. Вот интересненько. У нас будет капча. Интересненький нюансик. Так. Вот. Оп, оп. Оп. Ну что, я думаю, пока пойдет. Пока пойдет. Толщину линии минимальную установим. И давайте красным разграничивать их. Все ли с одного пикселя начинаются, например, циферки? Опа, не, совсем не все. Ну да ладно, мы проводим, например, вот так вот. Тут вроде попало, да? Давайте восьмерку дальше смотрим. Вот так идем. Рынь. Хорошо. Теперь идем отсюда. Так. Идем отсюда. Так. Сейчас мы будем все это очень обильненько подгонять. Урок будет занимательный. Но в то же время не такая уж это простая работа.
мать Капчу. Так. Вот так вот. Смотрим, значит, смотрите, что здесь произошло. Здесь мы тоже обрезали его или нет? Меня вот этот вопрос интересует. Давайте вообще смотреть теперь, сколько пикселей получилось по ширине каждая. Это сейчас очень насущный вопрос. Давайте вот так сделаем копи. Паст. И смотреть по ширине. Совпадает. 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 На самом деле это очень здорово. Очень здорово. А знаете, что мы думаем себе, своей башкой? Так, смотрим вообще, все циферки у нас есть или нет. 0, 1, 2, 3. Четверки нету. Так. Дайте нам четверочку. Есть она у нас? Есть. Так. Принтскрин. Матрица эталонов, я ее называю. Чисто мое название. Ой-ой-ой. Ctrl-Y. Ctrl-V. Так. Кому нравится, можете использовать такое вот название. Авторскими правами не облагаю, как говорится. Так. Бдыщ, бдыщ. Проводим зловещие перпендикуляры. Ай-яй-яй-яй. Яй-яй-яй. Вам весело, забавно, нет? Так, значит, смотрим еще раз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Йоху! Ivy managed! Вот. Ну что, все здорово, замечательненько. Вообще прямо по высоте они прямо вообще все четко идут. Ну что? А чё, ничего. Давайте вот тут маленько их дорежем. Недорезанных свинок наших. И все. Ай. Ну вот, смотрим. Так. Так. Прям хирургия какая-то, да? Так. 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 Ой. Обрезал писюн сверху гребешочный. Ой, что сказал? Писюн гребешочный. Ой, там фигеете, наверное, слушайте там. Я на самом деле нормальный, правда. Екс. Ну вот. Ну вот, ну вот. Бдыщ. 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 И даже здесь можно сделать этот коварный бдыщ. Ой, смотрите, что, нолик не дохерачили. Ой, кто-то похвалил там меня, что я материться перестал. А я опять, по-моему, начал. На самом-то деле, кстати говоря, правильно поняли меня. Маты какие-то шибко уж наигранные. И не надо их на самом-то деле использовать. Такая замануха была вначале, чтобы все так уши развесили. У, маты, маты, нецензурщина. Смотреть давайте уроки. Ну, а сейчас их будет поменьше. Все-таки работать мешают, правда. Так, ну вот, давайте, значит, мы сначала проэталоним эти хрени. Проэталоним эти хрени.
Значит, а что, тут нет уже копировать файл, что ли? Фу, вообще, блин. Раньше-то было как в этом самом, в XP-шном и остальных пейнтах-то. Классно было. А сейчас... О как. Ладно. Ну, сохраняем как BMP. А где он? Вот. Господи. Документы. Ищем. Работа с изображениями. Создадим папку эталоны. Это был у нас нолик, да? Сохраняем. Да, давайте единичку. Синичку. В самом деле все это простенько. Просто немножко так трудоемко. Двоечка. По-моему, я с красным выделил вместе. Так. О как. Двоечку. Ну, логично, сохраняем как двоечку, да? Так, троечка. Конечно, есть кое-где несоответствие. Вот, например, прям вы по ноликам можете убедиться. Вот такой нолик, здесь совсем другой нолик. Тут есть пимпочка, тут нету пимпочки. Например, тут опять есть, тут он ровненький, тут какой-то он косорылый. Тут вообще вон какой-то, тут пипка торчит, как вот у этого примерно. Но когда мы будем сравнивать по эталону, эталон он на то и есть, что эталон предполагает какое-то примерное подобие рисунка, а не полное его совпадение. 4. Четыре. Сохранить как вот четверочка. Да. Пятерочку давайте. Пятерка. Теперь давайте шестерку сделаем. Шестерка, вот. Семерка. Крыльта. Ой, что я сделал? Все нормально. Нравится мне, кстати, вот пейнт, который сделали в седьмой винде. Дело в том, что вот тот пейнт, который был старый, в XP, Millennium и ранних версиях, короче говоря, он мне вообще безумно нравится на самом деле. Именно своей вот простотой. И за счет вот этого можно как бы там делать многие такие вот работы, ну, не требующие всяких наворотов там и так далее. А вот, например, PaintNet, который сделали на платформе Net, вот этот намудренный Paint, мне вот он совершенно не понравился. К тому говорю, что вот все вот эти улучшенные графические редакторы современные, которые как бы пытаются повторить Paint, но типа с наворотами. Типа до Photoshop им еще далеко, а вот Paint, типа мы круче Paint. И вот эти редакторы, на самом деле, они мне очень не нравятся все. И вот тут появляется вот этот вот Paint XP, это самый семерки,
И я думал, ну, чем мог ожидать? Ну, какой-то будет опять навороченный графический редактор. А нет, нет, все так же простенько осталось. Вроде бы и модернизировали, но осталось все в духе Paint. И мне очень понравилось прямо. Правда, молодцы, сделали хорошо. Сразу как-то я к нему проникся, к этому пейнту. Ну, не с... не до конца, конечно, все освоил еще, потому что сейчас не особо много рисую. Раньше-то я, блин, я с 4 лет за компом сижу, блин. Ой, это ж сколько мне, блин, уже, блин, стаж этого в пейнте, да, блин. 15-й год пойдет уже, прикиньте, да? И все-таки я хочу сказать, что вот этот Paint достойный преемник. Молодцы. Здорово сделали. Так. Ну вот, с одним разобрались. Теперь нам надо разобраться с другим. Давайте-ка мы координаты вот эти вписывать. Откуда до куда нам считать? 7-7. А тут-то... семнадцать семь. Ну давайте напишем 7 17 7. То есть, ну, давайте по ширине смотреть 7 17, как бы, да? Ну то есть вот так 7, давайте 17 по ширине и 7 22 по высоте. Это В, это Х. Ладно, вот это, то есть вырезать вот этот фрагментик будем. Я ж поставил ее прямо вот эту, вот так вот прямо четкенько, поэтому ее координаты прям будут совпадать с координатами на капче обработанной. Давайте следующую смотрим. 23,7. Ну то есть давайте 23, 33, 23, 33. Ладненько. А тут 7 22. Ну, она будет у нас совпадать везде. Аж у нас такая же будет. Так что даже ее и не смотрим. Ладно, смотрим. 38, 48, 38, 48. Ладно. 54, 64, как все предсказуемо, слушайте. Как там? Забыл. 54, 64. Угу. 54, 64. И, наконец, 70 и 80, я полагаю, да? Я гений прям, бля. 70, 80. Так. Ну вот. Как бы вот оно так. Теперь, значит, что мы делаем? Давайте, смотрите, возвращаемся непосредственно в Delphi наш. И о наш чудо из чудес Image. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Панель такая. Ну и начинаем подгружение. Можно, конечно, это все автоматически прописать, чтобы оно там подгружалось из файла, из какого-нибудь. А нахрена нам из файла, если мы хотим сделать экзешник один приложение? 0 1. 2. Сделаем 3. 4. 5. Да-да-да-да-да. 6. 6-6-6-6-6-7. Не успеваю прям за собой. 8.
тут будет у нас 9. 9. Ну давайте всем аутосайз поставим. Так, кнопка, иди в жопу вот сюда. Не мешайся тут нам. Аутосайз true. Вэм. Прым. Пэм. 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 Ну, можно делать вот так вот. Все будут довольны и счастливы. Вот она у нас матрица, шматрица эталонов. Давайте им сделаем какое-нибудь имя. Красивое там Е0. Переключимся Е0. Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, Е8. И Е9. Ну, в обмане держи. Ща мы тебя отымеем. Вообще прямо. Ну, чё, смотрим. Значит, нам нужны координатки, да? Координатки. Давайте их, что ли, так наберем отсюда. Вот так. 7, 17. Ну, здесь сразу сделаем вот так вот. 7, 17, 7, 22. Это по высоте будет. А здесь 23, 33. 38, 48. 54. 64. 70, 80. Ну и скопернем. Скопернем сюда. Это все бред, конечно же. Так, вот они наши штучки. Во-первых, смотрим, что у нас вообще по кнопке происходит. Ну, блин. Закомментим пока. Смотрим, что у нас по кнопке вот этой происходит. То есть, они уже разбиваются у нас. Соответственно, мы смотрим. Ширина и высота каждой этой нашей эталончика. Она сколько у нас? Height 16 у каждой. Причем смотрим, она 16. У каждой вообще 16. Ну, мы их одинаковые все сделали, правильно? А weight у него ширина 11. У всех она 11. То есть 11 на 16. Ну, давайте делаем. 11. А height у них где? Обормоты. 16, да? Угу. Вот вам и угу. Давайте, что ли, посплюсуем их получше сюда. А то как-то они тут разэтовались все. Ну и здесь давайте. Где у них тут текст-то? Что тут написано всякая бяка, а? Чё нам не надо, чтобы тут было написано? Бдыщ, бдыщ. Сейчас такой распознаватель сделаем, охренеют все вообще. В обмане увидеть, сказать, спасите, помогите вообще. Каждую, конечно, капчу в обмане так не взломать. При всем желании. Но тем не менее. Так, смотрим, значит, где они обрезаются у нас. Так. Им один заполняется, где смотрим мы.
О, им один. От 0 до 20, ни хрена подобного. Нам надо от 7 до 23, по-моему, да? Сейчас гляну. От 7 до 17, на самом деле. Ну да, логично. По 10 жизни пробурили. А здесь от 7 до 23, да? До 22. До 22. Ну, проверим на одной хотя бы пока что. Мы видим, что-то не то. Ну, по-любому мы перепутали этот самый ширину с высотой. Поэтому, если мы здесь напишем... От 7 до 22. А здесь от 7 до 17... Наверное, все получится. Сейчас проверим. Плохо ориентироваться в этой ширине и высоте. Да нет, то же самое. Значит, надо здесь написать. G. И... равно EG. Попробуем сейчас. Вообще какую-то хуйню сделал. Так. Значит, еще раз. Первая координата, это у нас координата X. А, ну ёкарный бывает, что ж я делаю-то? Мы же вырываем отсюда, а там-то они должны идти у нас по порядку. Все правильно, здесь было 7 до 17, здесь 7 до 22. И вот здесь-то они считываются как EG. А здесь-то они должны записываться не как EG. Здесь надо переменную какую-то нам. Есть у нас какая-нибудь переменная хорошая? Ну вот, E1 и G1 мы использовали. Они-то нам и нужны сейчас, опять же. Begin и end. Вот давайте и один сюда поставим, равную нулю. Да и G1 на всякий случай поставим, там разберемся. Так, значит, записали сюда. Вот. После чего нам что надо сделать? После чего нам надо сделать... У нас же G выполняется. Значит, нам надо сделать G плюс 1. G1 двоеточие равно G1 плюс 1. Кстати, я, по-моему, не отключил наш дорогой пунктосвитчер. Что я сейчас сделаю? Так. Вам. Так, это сделали. Ну и теперь вот здесь вот делаем begin. And. И тут, значит, делаем уже и1 двоеточие равен и1 плюс 1. То есть смотрите, что происходит. Мы их обнулили сначала, как бы, и пошло. Кстати, мы их обнулили, это правильно, нет? Есть у нас пиксель 0,0? Да, проверим. Есть у нас пиксель 0,0? Да, есть. Все правильно. С нуля начинается у нас нумерация. Соответственно, погнали. G у нас идет, прогнался плюс 1. Потом переходит на, выходит из цикла и тоже прибавилось, здесь поменялось и опять пошли. Ну смотрим, сейчас должно все абсолютно получиться, я почти прям уверен. Так. Это image 3, да? Правильно, потому что я идиот. Надо наоборот было сделать. Здесь-то и1, g1, а здесь и g. Здесь у нас нумерация это им1, запись-то идет.
Вот и все. Что, блин, за херня? Че вам надо, я не пойму ничего. Ой. Так. И у нас семерка. G у нас семерка. Вот она. Записывается сюда. Вот. Он 0,0 у нас. Потом у нас происходит G равно G плюс 1. Вроде все правильно, блин. Что ж тебе не нравится-то, а? Ой. Может, все-таки и G местами поменять, что ли? Хотя какая нахрен разница? Ну, здесь, если G идет, она по G должна прибавляться. Так, сейчас соображу. Ну конечно, обнулить-то забыли, как обычно. Угу. G прошла. Теперь нам G надо, по идее же, обнулить здесь. Так, а здесь и прибавили. Ну и у нас все нормально. Эврика! Бум-бум-бум! Единичка у нас вырезалась шикарненько. Ну пусть теперь они все у нас также вырезаются. Чем мы будем искушать судьбу тут? Бдыщ. Им 2. Координаты только уже будут какие у нас. Ладно, давайте здесь посмотрим. 23 33. Меняем и все. 23 33. А остальном-то по накатанной все. Во. Погнали дальше. МГ 3. Ну, давайте сделаем МГ 4. Потом координаты напишем, да и все. И МГ 5. Так, какие теперь координатки? Давайте смотреть. Вот они у нас были тут. 38 48 38 48. Ладненько. 54 64. 54. Вроде бы казалось вылезать маленький вот с такого-то по такой-то. А сколько заморочек-то оказалось подводных камней на самом деле, видите? Так, и 70-80, да? 70-80. Я даже тупил, минуты 3 сидел тут. Так. Бдыщ. Ну вот. Что-то есть. Замечательно, что. Теперь в Button 2 мы должны прописать что? Шо. Попиксельно анализируя. И им 1 с каждым эталоном. Так. Ну что, начинаем писать, наверное, да? Ну вот тут был такой замашка какая-то. Так. А равно 0. Вот оно у нас совпадение, да? Давайте, если совпадение будет, значит он у нас будет засчитывать единичку.
Ну вот от 0 до 30 мне это не нравится. Будет от 0 до 15, потому что у нас ширина 16. Так. И... Ой, это же высота. А этот у нас 11 ширина вообще, значит до 10 будет. Вот. Если им 1, canvas, pixels и g равен e0, тому же самому, только у e0, then a равно a плюс 1. Сделал. Это все убираем нафиг. Пишем. В а, то есть у нас посчиталось, да? По идее, если полное стопроцентное совпадение, у нас сколько пикселей всего? Если умножить 16 на 11, давайте перемножим. 16 умножим на 11, это будет 176. 176 это 100%. То есть, если... А, видите, у нас интегр. Давайте real сделаем, чтобы он не ругался на деление. Если а разделить на 176 и умножить на 100, будет у нас больше, скажем, 85. Так вот. Then edit one. Текст двоеточие равен чему? Нулю. Ну, просто цифр, конечно. Вот такими вот макарами мы пробьем все это дело. Что-то вообще, блин. А, это мы с того раза еще фигню всякую-то делали-то. Ну вот. Погодите, а что это за end вообще такой? Тут begin-то нет никакого. Так. Делаем, значит, то же самое для e1. То будет 1. Для e2 будет 2. Для e3 будет, соответственно, здесь 3. Для e4 будет 4. Для e5 будет 5. Для e6 будет 6. Для e7 будет 7. Ну, муторно, говорю, муторно. Громоздко. 8. 8, зато работает на 100%. 9. 9. Ну вот, для первой цифры мы написали. Первая цифра у нас будет распознаваться. Давайте проверим. Ой, боже мой. Он ругается, что счетчик цикла у нас типа реал. Бедный он, несчастный. Ради бога, подавитесь. Так, ну, аллилуйя. Так. Смотрим, что мы тут намудрили. Если image one, canvas, pixels и g, ага,
равно E7 canvas pixels и G2. А равно А плюс 1. Если теперь А, деленное на 176, умножить на 100, будет больше 87. Кстати, вот неправильно сделали. То, что Edit 1 везде оставили. А, вообще, почему правильно все? Все правильно. Так, что он ругается у нас? Почему именно на семерку? Может, у нас нету есть семерки что-нибудь или... Если... Где 7? Ну хорошо, грубо говоря, если я удалю этот фрагмент, то что будет? Один. Распознал. То есть он именно на семерку ругался. Ёкарный бабай. Семерка-то у нас JPEG-ом сохранилась. Ой, алло. Так. Вернем на место. Все логично, конечно. Я же говорил, в BMP надо все это делать. В JPEG-е там не обратишься по пиксельно, ни хрена. Сейчас мы все это исправим. Конечно же. Вы тут смотрите, блин, не подсказали мне. Так, ну я тут еще и, блин, накоцал все. Всяко разно. Безобразно. Она ж поди сохранилась-то с этими же самыми, с шумами, да? Или без шумов. Сейчас проверим. Ладно, пойдет. Семь БМП. И сюда, значит, мы подгружаем ее, блин. Это кто у нас? Какая? БМП, во. Другое дело. Птыщ. Единичка, видите? Ладненько, теперь то же самое мы. Проведем. Для. Остальных только там мы поменяем кое-что другое. Давайте здесь сделаем вторая цифра, то есть не запутаться тут самим. Так, им 2, во-первых, будет везде, и edit 2. Им 2, 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 edit 2. И еще две штучки. Им 2, edit 2. Еще одна. Им 2, edit 2. Все. Ну и что надо? Ой. Так. Пожалуйста, он распознал единичку, девяточку. Так, теперь осталось последние три циферки, и все, мы создали распознаватель нашей капчи. Апчи. О, куда-то промотали мы, шибко уж. Третья. Зифра. Ну, поехали опять. Три-три. Знаете, как можно еще вставлять в блокнот, прям там делать, заменить. 2 на 3, например. Прошел их все. Да ладно уже, господи, тут что заморачиваться-то.
я это сделаю, следующие цифры. Ай. 3-3. Ну, смотрим. Распознал. Так, давайте мне блокнотик все-таки. Им-2 я заменю. На им-4. Все, заменились? Ага. Так, и edit-2 на edit-4. Заменить все. Так, все, выделить все. Скопировать. Четвертая цифра. Теперь edit 4 заменяем на edit 5. И им 4. Заменяю на им 5. Все. Вот так вот можно с кодом работать очень здорово. По-быстрому. Когда вот такие изменения вносить. Мило дело. А, готово. Хорош познаешь, все прекрасно. Ну и сделаем давайте сводную в Edit 6. Edit 6, текст, двоеточие равен Edit 1. Одну секунду. Мне тут звонят. Звонила тут училка по курсовой. Она говорит, все круто. Но говорит, как-то все это простенько. Надо говорит, что-то усложнить. Чтоб на конференции, говорит, как выступил. Да прям чтоб это самое. Все охуели. Ой. Эти два текст. Надо что-нибудь думать. Плюс edit. 3 текст плюс edit 4 текст плюс edit 5 тексты. Ну чё, нормально, поехали. Бдыщ. 19.145. Ой, супер пупер. А помните еще, как мы делали здесь подгружалку-то? То есть, смотрите, вообще, весь этот процесс теперь можно скрыть от глаз пользователя. Совершенно. Он не нужен, этот весь процесс. Пользователю нафига его наблюдать вообще, скажите? Да это зачем вот эти эталоны ему все видеть? Зачем? Вот этот Image 2 там мы делали. Image 3, вот этот вот обработанный. Зачем? Вот. У пользователя есть вот это. А в результате ему дается вот это. Сейчас мы еще сделаем шрифтик. Соответствующий. То есть как-то надо бы сделать вот так вот. Это давайте все visible дружно сделаем false у всех. У всех вообще причем. Так, и button 1 и button 2 мы запомнили. Ура. А тут делаем что? Пишем в caption распознать. Где у него caption? Сейчас, подождите, я с кошкой тут разберусь. Вот. С кошкой я разобрался. Не